Химках провели муниципальный этап конкурса школьных музеев. В честь 75-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне акцент сделали на военные экспозиции. В составе жюри – члены Союза ветеранов. Участники представили презентации музеев и подробно рассказали о каждом. Некоторые из них существуют недавно, но есть и такие, которые работают несколько десятков лет. Думаю, что у жюри будет очень сложная задача выбрать один, потому что каждый музей чем-то отличается, каждый музей руководитель ведет свое дело, развивает его, поэтому работа будет сложной. В конкурсе приняли участие 8 школьных музеев. Чаще всего создают их силами самих учителей и на энтузиазме. Музей у нас называется «Авиация и космонавтики». Ну, что послужило? Потому что наш, собственно говоря, лицей строился заводом имени Лавочкина. Большое внимание уделяется также и экспозиция есть по Великой Отечественной войне. И у нас есть настоящие герои. Вот буквально в прошлом году учебном мы завоевали тоже второе место, представляли героя Великой Отечественной войны. Это был Барашкин Максим Николаевич. И что характерно, у нас учатся его правнуки. Победитель представит химки на областном этапе. Конкурс состоится в октябре.